Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу обратиться к вам за помощью. Не пугайтесь, помощь не лично мне, а моему видеоблогу. Но опять же, моему видеоблогу с той целью, чтобы помочь не мне, а другим людям. В данной ситуации эпидемии очень нуждаются в помощи, конечно же, мои коллеги, певцы, по всему миру причем. Они остались без работы. Но так как я не крупный какой-то благотворительный фонд или не богатый человек, я не могу помочь всем или организовать помощь для всех. И вот я выделил для себя так группу коллег, которые очень сейчас нуждаются, это церковные певчие. Вы, многие из вас знают, что храмы в Москве, в Московской области сейчас закрыты. То есть там нет прихожан. А нет прихожан, значит, нет и пожертвований. Значит, нечем платить зарплату священникам, диаконам, алтарникам, регентам, певчим. Но если у священников, по крайней мере, есть хоть духовные чада, то у диаконов, у алтарников, у певчих, у регентов их нету. И вот я бы хотел попробовать с вашей помощью помочь этим людям, тоже труженикам голоса, служителям вокального искусства. Это люди, которые создают красоту храмовых служб, которые приносят всем нам радость, когда мы бываем в храме или просто слушаем где-то по радио или на пластинках церковные песнопения. Даже если вы не верующие, даже если вы не ходите в храм, я думаю, вы поддержите меня, что этим людям стоит помочь. Они в обычное это время живут небогато. И все так привыкли, что вот в храме есть звучат песнопения, никто даже им спасибо-то не скажет никогда. И вот я хочу попробовать с вашей помощью. У вас все-таки 1800 человек. Если хотя бы все скинутся там по 100 рублей, то уже приличная сумма накопится, и многим можно будет помочь, многодетным. Я сам лично знаю одного регента многодетного. Диаконам, певчим, алтарникам. Давайте попробуем. Вот я разместил в описании этого ролика ссылку на проект на сервисе сборденег.ком. Вы можете туда зайти и там оставить свое пожертвование. Пока я написал там сумму 15 тысяч рублей. Вот я хочу собрать. Ну, насколько получится, я не знаю. Это я первый раз в жизни делаю, но хочется людям помочь. В дальнейшем же я планирую различные проекты. Во-первых, очень много желающих ко мне приехать заниматься из отдаленных регионов. У меня есть знакомый хороший, у которого есть прекрасная площадка, где можно провести, например, летом мастер-класс. И вот я бы кого-то выбрал, и можно было бы на собранные средства купить этим людям билеты
на самолет или на поезд. И они бы приехали и позанимались со мной, допустим, там 2 недели. Вот. Но это в дальнейшем, это когда кончится этот вот карантин, вся эта ситуация. А сейчас вот давайте попробуем поддержать людей, которые скромно трудятся в храмах, которые создают красоту службы, которые очень тяжело трудятся, длинные службы бывают очень праздничные. Вот скоро Пасха, давайте вот кому-то, кому-то хоть одному, ну двум, там трем, хотя бы устроим праздник, соберем денежки и поможем. Спасибо, дорогие друзья. Надеюсь на вас.